Привет, ребята, Гудаури Георгия, меня зовут Анатолий Тайлер. Мы готовы сесть на параплане с высоты 2400 метров. Гудаури моря, Гудаури Грузия. Вот под этим красивым каньоном, где раки. Мы готовы? Держи. Сейчас мы стартуем, потому что мы стартуем немножко. Потанцуем. Потанцуем. Тебе нужно правильно струбу возьмут на руки, а то забыл уже как это делать. Это вообще был второй раз в моей жизни. Понимаешь, я сумасшедший человек. По-настоящему. Может, я таки да, сумасшедший человек? Может, еще все можно отменить? Не, уже все. Я решил полетать. Жена скажет, не приходи, ты сегодня не полетал, да? Когда говорит, что не полетал, но все. Злой. Я вроде злой. Вперед пойдем? Вперед сейчас. Сейчас мы спотянем назад. Ой, ой! Ой! Развернись в другую сторону. Отлично. А так, садись. Так, можно, да? Что выскочило, скажи мне? Ну, из-под рук вот это. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Там мы фотографировались.
ты в горы ходишь? Да. А на Казбеке поднимался? А? О, ничего себе! Thank you.
не обязательно. А, окей. Ее расслабиться. Ты держишься, ты меня не спрашиваешь. А я не знала. Меня об этом не спрашивают. Я поняла. Подряд, каждый раз новое здание, не можете сказать,
были внизу сегодня? Как прикольно. Я была на земле, а теперь... Теперь пролетаем над панорамкой. Да, ребята, мы как дрончики. Твою тоже, давай лапу. Поздравляю, полет был замечательный. Спасибо большое. Что скажешь? Класс. Классно? Тебе понравилось? Очень. Да? Хорошо. Очень. Вот так мы полетали, ребят. Класс. Приезжайте в Грузию, летайте на парапланах, живите здесь сейчас. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.